just in relationship with forgiving ourselves, and that is the issue of making confession. Это еще одна тема или подраздел в теме прощения – это признание. And Smead says at this point that, that confession of sin is not the same as talking about sin. И первое исповедание греха или признание грехе – это не то же самое, когда мы просто говорим об этом грехе. You know, I may talk about what I've done wrong, but am I truly sorry for it? То есть я могу говорить о том, что я сделал не так, но раскаиваюсь ли я на самом деле в том, что я вот так поступил? Confessing is not the same as explaining our sins. Исповедание греха это не то же самое, что объяснение нашего греха. I think that is a common problem. Вот это очень распространенная проблема. I was with him and it was his fault, it wasn't my fault. Я был с ним, это его вина, это он меня вынудил, я тут ни при чем. Well, what were you doing with him? As an example, okay, there's an 18-year-old boy. Например, парень 18 лет. 16-year-old boy. 16 лет другому. When they're together, когда они вместе, they get into trouble. Они обязательно что-нибудь натворят. But the 18-year-old boy is blaming it on the 16-year-old boy, and the 16-year-old boy is blaming it on the 18-year-old boy. И потом, когда начинаешь разбираться, 18-летний винит 16-летнего, 16-летний винит 18-летнего. То есть всегда виноват другой. And nobody's taking responsibility for it. И никто не берет на себя ответственность за содеянное. Now, somewhere maturity comes in and says, you know, I've got to take responsibility for my actions. Вот, но зрелость проявляется в том, что мы берем на себя ответственность за содеянные поступки. One of the things the alcoholic learns is he has to find new friends. Вот алкоголику, который излечивается от алкоголизма, ему нужно найти друзей. And at times it's automatic because those who drink do not want those who do not drink in the presence of those of their drinking. То есть найти новых друзей, потому что старые друзья, они для них сложно, что кто-то не пьет, когда не пьют. But nobody takes responsibility for whatever the action happens to be. They're explaining it in that it belongs to somebody else. Вот, обычно люди, они склонны объяснять свои поступки и находить оправдание, виня кого-то или что-то, тем самым не беря вину на себя. Cain and Abel. Например, Каин и Авель. Am I my brother's keeper? Сторож я брата своего. Typical example, you know, how can I be responsible for it? Почему я должен быть ответственным за это? And not taking responsibility at that point. Не беря ответственность на себя в нужный момент. So he says confession has three ingredients to it. Дальше он пишет, что у исповедания есть три составляющих. The first is acknowledgement of our responsibility. Первое – это признание ответственности за содеянное. I'm out with him, and we do this, but I'm going to tell you that I'm going to take responsibility for my actions, this is what I did. Может быть, я был с ним, и он как бы способствовал, но я виновен в том, что так произошло. The first time I remember stealing anything was this. Вот, я помню, как первый раз судействовал. Yeah, I stole. Первый раз, когда я крал. I think I was 5 years old, somewhere like that. Мне было 5 лет. My mother had 3 bananas. У моей мамы было 3 банана. She was planning on having them for dinner. Она планировала, что даст нам их на ужин. I grabbed one banana. Но я стащил один банан. Went outside, ate the banana. Ушел на улицу и его там съел. Hid the banana peel. Спрятал кожуру банана, так чтобы кто не нашел. Mom brings 2 twin sons into the room and wants to know where her banana is. Есть брат-близнец, и вот мама нас, близнецов, приводит в комнату и пытается выяснить, кто же из нас съел этот банан. I remember that today. И вот прошло много лет, но я помню, как это было вчера. It was not my brother. I mean, it wasn't my brother, I couldn't blame him. He didn't steal it, he didn't eat it. Я не мог винить своего брата, как бы он тут был ни при чем. Я знал, что это не он его съел, и он тут не виноват. Now there were things that we did together that we had to take responsibility. Конечно, было много случаев, когда мы что-то делали вместе, должны были вместе нести наказание. But in this case, I remember that I was just overwhelmed that I had disappointed my mother. Ну, я помню этот момент, помню, насколько меня мучила совесть за то, что я так поступил. Second point of confession. Вторая составляющая исповедания. Is shared pain. Это то, что мы разделяем боль. I hurt you and I understand your pain. Я поранил тебя, я причинил тебе боль, но я понимаю твою боль.
And if I can't come to the point of shared pain, I'm going to have trouble seeing it as genuine forgiveness. И вот если этого нету, если не прочувствована боль того, кому причинили ее, то без этого не может быть настоящего раскаяния, настоящего покаяния. Do you want to give some examples of that? Вот есть ли у вас какие-то примеры, которые могли бы привести по этому поводу? I promised to be at an event of my childhood school. Я пообещал своему сыну, что приду в школу, когда будет очень важное событие, где он будет участвовать. And once again, I don't show up. I don't show up. И опять, который раз уже подряд, я не появился. And that child is waiting and waiting, thinking that dad's going to come through the door. Сын ждет и ждет, когда же в двери появится папа и увидит меня там. And once again, папа не появился. Doesn't come. Now that looks small. Конечно, это выглядит мелочь. But it's not small for a five-year-old or a seven-year-old. Но для семилетнего мальчика это огромная драма. That's big. Это очень большая битва. And if I can't enter into that pain, then the person's going to have trouble sensing my genuineness. И если я не смогу прочувствовать, как ему было больно, я не смогу на самом деле как бы попросить прощения, на самом деле раскаяться перед ним. Right. Да? Then he goes on to say, и он продолжает дальше. Confession is a gamble of grace. Исповедание – это дело благодати. Which means I may confess to you that what I've done against you. То есть я могу исповедовать перед тобой, что я сделал не так по отношению к тебе. I don't know whether you're going to forgive me or you're not going to forgive me. Я не знаю, простишь ли ты меня или не простишь. My hope is that you will forgive. Конечно, я надеюсь, что меня простят, что ты меня простишь. But there's no guarantee. Но гарантии в этом нет. It may be such that the relationship is not restored. Может быть так, что отношения не будут восстановлены. Because the other person is saying, no, I will not. Потому что другой человек скажет, нет, я не прощу. But Smeads is saying it's still worth doing it. Но even Смитс though говорит, we don't know for sure what might come out of it. Все равно это нужно делать, не зная, каким будет исход. He writes, when we confess, we admit that the other person has reason for turning against us. Когда мы исповедуемся, мы признаем, что у другого человека есть право над, или есть причины, по которым он может от нас отвернуться. Only the power of grace can prevent it. И только сила благодати может этому препятствовать, может это изменить. This can be the beginning of a miracle. It tears down the wall. Может стать началом чуда, который разрушит стену, который вас разделяет, и станет тем мостом, по которому вы можете прийти друг к другу. But there's no guarantee that it'll happen. Но гарантии в том, что это произойдет, нет. One example. Пример. A friend of mine is a person who works with conflict in churches in the United States. У меня есть друг, который помогает церквям, церквам выходить из конфликтных ситуаций. And a lot of times the conflict is viewed from the perspective that the pastor is the problem. Очень часто, когда есть конфликт в церкви, считается, что проблема всему пастор. And one group says the pastor has to leave. Одна группа говорит, пастор должен уйти. The other group says that the pastor needs to stay. Другая группа говорит, нет, пастор может остаться. And how is he going to help them to come to some sense of bringing this congregation back together? И как вот всю эту общину собрать вместе, чтобы восстановить единство? He brings them into a room. Он всех собирает в комнате. And he says, those of you who говорит, те из вас, believe the pastor should leave. Который считает, что пастор должен уйти. Things aren't going to get better until the pastor leaves. И ничего не улучшится до тех пор, пока пастор не уйдет. You stand against this wall. Вы станете с этой стороны комнаты, у этой стены. For those of you who believe the pastor should stay. Те же из вас, кто считает, что пастор может остаться. You stand against this. Вы станете у этой стены. Okay. Now you're standing there. Итак, вот все расставлены. I want you to look into the eyes of the people standing on the opposite side. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза тем людям, которые стоят с противоположной стороны комнаты. Are they brothers and sisters in Christ? Братья и сестры, они во Христе.
Do you have memories of good times together? Можете ли вы вспомнить что-то хорошее, что вы пережили вместе с ним? What is the single command of Scripture inside the church? Какая есть заповедь касательно церкви в Писании? That you love one another. Люби друг друга. Now you can disagree. Конечно, вы можете не соглашаться по поводу чего. You can disagree on solutions. По поводу каких-то решений или выходов. But what you can't do. Но что вы не можете делать? Is not love. Это не любить. So, as they're standing there, и вот они стоят. He allows for silence. They may stand there 20 minutes. Они могут простоять так минут 20. What's he waiting for? И чего же он ждет? Signs of love. What sign of love is he waiting for? А каких признаков любви он может дождаться? Примирение. Consolation. How's that going to be seen? А как это будет, как это можно увидеть, примирение? Somebody is going to have to make a choice. Кто-то пойдет навстречу. Навстречу. Yeah. Right? Yeah. And all of a sudden, somebody over here is saying, "Whoa, we just lost a member of our." Может быть, а эти скажут: "О, мы потеряли еще одного своего старого сторонника." Now what's happening here? We may lose the whole thing. Что же происходит? Сейчас все туда, к той стенке перейдут. He will have them standing up to an hour. Вот они там и час могут простоять. Because what he has set up in the next room. Потому что в другой комнате. Is the Lord's Supper. Причастие. They don't know this here. Они еще не знают об этом. But his goal is to get them to come and be brothers and sisters in Christ around his table. Но его цель для того, чтобы они смогли примириться, для того, чтобы вместе участвовать в хлебопреломлении. The most important issue at the moment is not whether the pastor comes or the pastor goes. That isn't the issue. И он этом понимает, что самая главная проблема не в том, уйдет пастор или останется, то есть не в этом вся суть. The biggest problem is at the moment is that Christians have chosen not to go. Самая большая проблема в том, что братья и сестры в Христе решили друг друга не любить. If we don't solve that, если эта проблема не будет решена, it doesn't make any difference if the pastor leaves and another pastor comes. То нету никакой разницы, этот ли пастор будет или другой ли пастор придет без него. Because people are at odds with each other. Потому что люди настроены друг против друга. He's done that with churches of 500 to 1,000 people. И это проходил, он это делал и с большими церквями, где было 500 и 1000 членов. The pastor is in the room. In this room, yeah? The pastor is in this room. Пастор здесь. Why? Помните, почему? He's another individual to love or not love. Он еще есть, он тоже человек, которого можно любить или не любить. Вот эта группа, которая его любит, она хочет, чтобы он остался. И вопрос в том, останется он или уйдет. That's not the issue. На самом деле не в этом вопрос. These people stop loving each other. А суть в том, что эти люди перестали друг друга любить. And some of these people stop loving their pastor. И кто-то из этих людей перестал любить своего пастора. Right? Да? То есть он является источником проблемы. Пастор, да? So the pastor is the source of the problem. Well, my guess is the pastor is probably not the source of the problem. Да, бывает, что пастор совсем не является источником проблем. He may be one source of the problem. You know, when we think that curing the disharmony in the church is going to be cured by another pastor coming. Если мы думаем, что проблемы в церкви будут решены, если привести другого пастора. What's the problem? I mean, we're really putting it on that individual. То не всегда, на самом деле, это источник проблем. Не всегда все дело в одном человеке. Right? Yeah. Тут похоже, что вот эта категория людей любит все равно ту категорию. Потому что они любят пастора, и как-то не любят это. А те уже в тяжелом состоянии. This group of people are better shaped than this. Because they love the pastor, they love those group. The problem is these people who don't want the pastor and not. Им его проповедуют любовь. So this group of people, they are showing love more. Те, которые любят пастора. Well, at least тех лучше. This group is not they're in harmony with the pastor. They're
they are in harmony. They're at peace with the pastor. These people are not at peace with the pastor. Да, у этих людей может быть миролюбивые отношения с пастором. Вот у этих людей нету желания иметь отношения с пастором. Знаете, что я часто наблюдал? Churches like this chew up pastors. About every 3 years they're changing the pastor. Вот такие церкви, они обычно съедают пасторов. Каждые 3 года появляется новый пастор. Because the pastor is the problem. Потому что всегда виноват пастор. And how they relate to each other is not the problem. А то, как они относятся друг к другу, в этом тоже виноват пастор. То есть они не берут вину на себя за свои отношения друг с другом, а во всем виноват пастор. Во всем виноват пастор. Аргументы извиняющие. He shared with us that he's been in situations like this where nobody's moved. Он рассказывал, этот человек, который примеряет церковь, рассказывал, что были случаи, когда вот так вот люди стояли по разным сторонам комнаты, и примирение не наступало. Никто не шел навстречу. He says, I'm going to the next room. Он говорит, я иду в другую комнату. And I'm going to take communion. Принимаю причастие. And you'd be welcome to come to communion. И вы тоже сможете участвовать. But you have to make relationships right. Но вы должны сначала примириться. Then he'll turn to the church board. И потом он обращается к старейшинам церкви. He says, I can't help you. Говорит, я помочь вам не могу. If you cannot reach the first step of loving your brother and sisters, если вы вот через этот этап не пройдете примирение между братьями и сестрами, your church is going to have cycles of pain. То ваша церковь будет боль по кругу идти. And be an embarrassment for Jesus Christ. И вы будете I mean, the name of Jesus Christ is. Если вы не будете приносить славу имени Христа, то есть имя Христа будет плохим свидетельством для Христа. Because people, non-believers, are watching. Потому что неверующие будут смотреть на вас и делать свои суждения. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А я бы хотела спросить, ну пастор, не пастор, ну часто бывает, что в церкви как бы, ну одни люди одного придерживаются мнения, а другие другого. И вот, допустим, люди примирились, но как бы они остались на своей позиции. Да, я тебя люблю, но пастора я хочу другого. Все равно ты не любишь. Как тогда решается? So, let's say it happened. They say that they reconcile, but they state with different opinions. So, is it possible to believe that this reconciliation is genuine, even when they state with different? Like they can hug each other, but inside to take communion, but inside they. I suppose it's a possibility, but if you know, if I were a conflict consultant in a local church like here, we have a tendency to say, "Come to my house, and I'll tell you everything that's wrong in the church." Then you go to another house, and they're telling you everything that's wrong in the church. So you've got a whole different. I mean, everybody sees the church from a different vantage point. Вот обычно, когда бывает какой-то конфликт в церкви, и ты приезжаешь для того, чтобы как-то помочь церкви, обязательно найдутся люди, которые скажут: "Вы приходи ко мне домой, я тебе все по полочкам расскажу, что в церкви не так." И найдется еще один, который скажет: "Приди ко мне домой, я лучше знаю, что не так." И каждый свое мнение, почему в церкви есть проблемы. If you're willing to love each other, then we can work through those issues. Но суть в том, что только если люди согласятся любить друг друга и принимать друг друга, только тогда возможно дальнейшее восстановление церкви, дальнейшее примирение и приход к единомыслию. So at that point he's saying, if you can't do this, then we can't deal on. Он говорит, что если вот этот шаг вы не можете сделать, не сможете как бы принять решение любить друг друга, принимать друг друга, дальнейшие шаги по как бы выслушиванию ваших мнений, они уже не имеют смысла. Но я не совсем о том спрашивала. Я спрашивала, что, допустим, любить меня и любить мое мнение, это как бы разные вещи. Да, ну он отвечает, что для того, чтобы полюбить твое мнение, сначала нужно полюбить тебя. То есть невозможно прийти к какому-то единству без первого шага. То есть если есть в группах разные мнения, как бы разобрать эти мнения без первого шага нельзя. Сначала нужно, чтобы люди приняли друг друга, а потом уже можно как-то разбирать.
мнение. Аминь. Да? То есть, мы смотрим просто как бы, ну, конкретная ситуация, конкретный вопрос. У нас в церквях такой вопрос, допустим, а как им так стоит? Example. In our churches, about head covering. Одни говорят, что мы должны там надевать косынку, а другие говорят, что не должны, я имею в виду сестер. Other people say we don't need to do. И между ними конфронтация происходит. Вот как здесь быть? So how to do? It could get this serious. So the на самом деле, вот такие проблемы могут быть привести к достаточно серьезным конфликтам, что возникла такая ситуация. The head covering issue, these are for head covering, these are against head covering. Например, эти за косынки, эти против косынки. And they recruited people to be in their two settings. Uh-huh. And then, the issue is, at that point, is not the head covering, the issue is love. Но когда все заходит так далеко, проблема уже не в косынках, проблема в том, что люди не могут принимать друг друга. If we're loving each other, I'll do something to accommodate you as a brother or a sister in Christ, it seems to me. Если я люблю тебя, то я сделаю что-то для того, чтобы как-то эту проблему разрешить. Right? Ну хорошо, но тут как бы вопрос стоит в том, что является ли, как бы, ну вот, если я приму тебя, значит, я принимаю, как Наташа говорит, твое мнение, значит, я как бы с ним соглашаюсь. Но я не могу с ним согласиться, потому что я считаю, что это неправильно. But if I accept you, it means that I accepted your opinion, but I cannot do it because I don't think it's right. So that's why I will not show that I accept you, to not show that I accept your opinion. This is where churches are. I mean, this is where we're at in a lot of churches. I mean, what we're discussing is reality. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле это реальность. И многие церкви, они вот переживают такие. So the person who's fought for head coverings, те, которые за косынки, is saying, okay, if you really love me, он говорит, если ты любишь меня, then you'll тогда ты надень, what, defer to me and тогда ты сделаешь так, как вот надо, и наденешь косынку. Right. И разногласия гораздо глубже. It's like the pastor, if the pastor's gone, everything's going to be fine. That's absolutely not true. Например, как в случае с пастором, если пастор уйдет, и все наладится, на самом деле не все так просто. So if everybody here wore head coverings in deference to. Если, например, все, которые против косынок, наденут косынки, то на этом проблема не решится. То есть это иллюзия, что все дело в косынках, что если те, которые против косынок, наденут косынки, на самом деле все пойдет гладко и мирно. Нет. My understanding out of Romans chapter 14 is that the person who has a conviction to wear head coverings should not be encouraged not to wear head coverings. In other words, he's not to go against his own conscience, whether he's eating meat offered to idols or whether. Вот если мы вспомним 14-го послания к Римлянам, там мы читаем о том, что человека нельзя принуждать к тому, что идет против его совести. Да, если человек считает, что не нужно носить косынки, не нужно его заставлять носить косынки. So I should not try to convince this person that they should not be wearing head covering. И также я не должен заставлять этих людей снимать косынки. And I might, Romans 14, I just might come over and join that person for the health and well-being of the body. И может быть, мне стоит надеть косынку для того, чтобы не быть соблазном для тех, против чьей совести не носить косынки. Ну, такой вопрос. Разделение, как вообще они по стенкам стали? Кто их к этому принудил? Или они сами дошли до этого? Ну, такой вопрос. Или все-таки, может, ну как, церкви может быть годами уже разделение, но они к такому не приходят. Это плохо? Или все-таки стоит поторопить прийти к такому? So he didn't send the hope them at the walls. So he knew that the person said that there are churches who years live in division, but they don't come to the point. They And what we don't do is we don't say,
absolutely something that we cannot do, and that is we've got to love. We're commanded to love. I may not like you, there may be things about you that I don't really attract you, but I don't have a right to not love you. В церкви должны прийти к пониманию, что должны любить друг друга. Да, мы можем что-то не принимать, что-то не согласны. Но что мы не можем делать, это не любить. Now, I want to go back on this. If the pastor has done some unwise things. Но давайте вернемся к этому случаю. Допустим, пастор сделал какой-то поступок, который на самом деле был не совсем правильный, не совсем мудрый. It's not immoral, it's not an issue of sin, it's just that he has not. Это не грех, это не что-то аморальное. Просто он сделал, ну, что-то не очень мудрое, то есть не очень высшего закаля. So this man would say to the pastor. Вот эти люди скажут пастор. You, if you feel led of God, you can say something at this meeting. В этом случае пастор может что-то сказать для того, чтобы ускорить примирение, например, что он поступил неправильно, что на самом деле он не проявил достаточно мудрости для того, чтобы каким-то образом ускорить примирение обоих сторон. But it should not happen immediately once the meeting is started. Но это не должно произойти с самого начала. То есть когда происходит такая встреча, тот человек, который приглашен для того, чтобы примирить церковь, какое-то время он говорит пастору, что пастор ничего не говорил. So потом уже, когда уже люди посмотрели друг в глаза, он может дать возможность пастору что-то сказать. So, and it is true, I think the churches go through years with this conflict without ever addressing the fact. На самом деле, вот верно сказал Андрей, что есть церкви, которые годами живут вот в такой ситуации, не зная, что они на самом деле разделены и что им нужно вот так вот примириться. But there's something more than resolving the issue of head coverings. The issue is whether we are willing to be in fellowship with one another. И есть вопросы гораздо более глубокие, чем косынки. Это вопросы, готовы ли мы жить в мире и в гармонии друг с другом, готовы ли мы принимать и любить друг друга. And you can go to church, and I can go into church, and it doesn't take us long to figure out that these people don't love each other. И вы можете прийти в какую-то церковь, и не нужно много времени для того, чтобы понять, что люди в этой церкви друг друга не принимают. I went to one church when I was young in ministry for a Sunday. Вот однажды я посетил церковь в воскресенье, когда я еще только начинал на все служения. Maybe about 80 people in the church. Там в этой церкви, может быть, было человек 80. And when the service was over, служение закончилось. Within 5 minutes, the auditorium was empty and they were all gone. Через 5 минут зал опустел, все люди ушли. During the last 5 years, they had not been able to keep a pastor more than 1 year. И за последние 5 лет в этой церкви ни один пастор не продержался больше 1 года. I would not go there as pastor unless the Lord forced me to go there as pastor. В эту церковь я никогда бы не пошел служить пастором, если, конечно, Бог бы не заставил меня. You know, my conclusion was it was a place where the Holy Spirit had been quenched. Вот, у меня создалось мнение, что дух в этой церкви, дух святой в этой церкви угашается. They were still going to church. Они все приходили, все приходили в церковь. But there wasn't anything about the church that was healthy. Но в этой церкви, эта церковь не была здорова. So then when I was pastor and people stayed at church, and in our case the pastor stayed, the pastor was to be the last person to leave the church. Вот в нашей церкви пастор был последним человеком, который покидал церковь. And people were enjoying each other and they don't leave. И люди оставались, люди сразу не расходились, людям нравилось быть друг с другом. My wife and children are saying, can we go home? И моя жена и дети подходят ко мне и говорят, можно ли нам домой уже идти? I thought of this church. Я вспомнил ту церковь. You could leave, you wouldn't have to worry about getting home. You could go to home immediately after church because nobody's talking to anybody. И когда вспомнил ту церковь, я подумал, у той церкви проблем нет, потому что сразу после окончания служения все разбегаются. Right. Now, if I can stay with this model, there's somebody over here that may be the problem. Вот давайте вернемся к этому примеру. Допустим, есть кто-то извне, который является источником проблем. And he does not show up for the meeting. И он на эту встречу, на это собрание не пришел. He knows what's coming. I mean, he has he knows that if he's here, he may be asked to do something. Потому что он знает, что если он появится, то его заставят или ему придется что-то сделать.
So these are people who are instructed to talk to each other and say, this has been the thing that has divided us. The issue may still be there, but I want you to know that I love you and I'm going to care for you. He's not in the room to be subject to that. То есть вот его нету в этой комнате. Эти люди, они должны примириться друг с другом, должны сказать друг другу, что они готовы принимать и любить друг друга, несмотря на те разногласия или на то, что произошло между ними. And something good happens between these two groups of people. И что-то может произойти между двумя этими категориями, которые разделены. They ask forgiveness of each other. Они просят прощения друг у друга. And they're ready for a new day. И они готовы для того, чтобы вместе начать новый день. They've got to deal with this person. Ну, как-то надо что-то сделать с тем человеком, которого нет в комнате. So the person who's leading the conflict response, it goes to the leaders of the church, so you've got to do something about it. So you've got to. И тот человек, который был приглашен для того, чтобы примирить церковь, наладить отношения в церкви, он приходит к старейшинам церкви и говорит, что необходимо что-то предпринять по отношению к человеку. Вот его зовут так и так-то, в разговорах я обнаружил, что он является источником проблем. Because the thing that we want is the healthy church. We want a church that's healthy. Потому что мы хотим, чтобы церковь была здорова. And these people started relating to each other. И эти люди, они сделали шаг на путь примирения для того, чтобы быть вместе. With a tenderness and gentleness toward each other. То есть они готовы проявлять любовь и терпение друг к другу. This person may be asked to leave the church. Может быть, понадобится попросить этого человека уйти из церкви. Why? Почему? So, excommunicate. Yes. То есть отлучить его от церкви. Ну, в каком случае? В том, если он после обличения не примет, и будет под церковью. So if after he is told face to face that he's a problem, he doesn't accept that, in this case. It is, you know, the hate list that God has in Proverbs, the seven things God hates. Is the one who spreads division among the brothers. Вот в книге Притч там есть такое место, что есть там семь вещей, которые я ненавижу, да? Одно из них тот, кто приносит разделение. We're going to excommunicate because somebody smokes. We're going to excommunicate for some other reason. То есть мы можем отлучать, если кто-то курит, если кто-то что-то делает. The amazing thing to me is that we never excommunicate the person. Но что меня больше всего поражает, что мы не отлучаем тех, кто приносит разделение. He's divisive. He's been divisive. То есть он причиняет разделение, причинял разделение. The church that my first church I went to started in 1951. Вот первая церковь, в которой я имел служение пастора, она была основана в 1951 году. I came in 1968. Я пришел в эту церковь в 1968. No pastor had been that church for more than 3 years. И ни один пастор не продержался там более 3 лет. Because this guy was the church boss. Потому что там был такой человек, он был церковным боссом. And he would go to the pastor and say, "Pastor, it's time for you to leave." Он приходил к пастору и говорил: "Пастор, наступил момент, когда тебе пора уходить." Now there are people who've said to me. И он так строил разговор, он говорил: "Вот некоторые люди мне говорили, тот. That you really need to leave. Что тебе на самом деле нужно уйти?" So who are they? И я спрашивал: "А кто же эти люди?" Well. They don't want to be identified. Ну, он говорил, ну, они просили их не называть. Well, how can we be reconciled if we don't know who we're? Я говорю, ну как же мы можем дальше строить разговор, если я не знаю, кто эти люди? There are many people. Говорит, их много. Well, how many? Говорю, сколько? I mean, we're talking about 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Well, I don't want to say. Я этого сказать не могу. So he's not giving any space for anything good to happen. То есть, в принципе, он не дает возможности каким-то конструктивным решениям. So at this point, I had been in the church 3 years. Вот я как до этого разговора, у меня служение в церкви уже 3 года. Knocked on the door. Звонок в дверь. Said, "Pastor, it's time for you." Пришло время для вас уходить. There's lots of people in this church who feel that your ministry is concluded. Есть много людей в церкви, которые считают, что ваше служение в этой церкви уже завершено. Они попросили меня сказать вам, что вам уже пора. Я говорю, как я понимаю, уже несколько раз ты это делал. I have a conviction.
Что если Бог призвал меня быть пастором? I'm to be pastor until the Lord releases me from being pastor. Я буду пастором до тех пор, пока Бог не призовет меня. If I was convinced that you were the spokesman from God, then I would leave. Если бы я был убежден, что вы голос Божий, тогда бы я вас послушал. Но пока я в этом не убежден. I stayed until 1986. I was there 18 years. Я нес служение пастора в этой церкви 18 лет. До 1986 года. Good things happened. Много всего хорошего произошло. He was a thorn in the flesh the entire 18 years. И все 18 лет он был жалоба плоти. He just made sure that he was trying to stir things up over 18 years. И все 18 лет он всячески пытался как-то что-то сделать. Мешать. So why don't we excommunicate? Почему мы его не отлучили? He doesn't smoke, he doesn't drink. Он не курит, не пьет. He teaches Bible studies. Он преподает на разборах Библии. But he destroys the unity of the body of Christ. Но он разрушает единство церкви. That's his gift. Это у него такой дар. Somebody has to do it. Somebody has to bring the negative things along. Move to my second church. Потом я перешел в другую церковь. Find out there that there isn't a three-year period, there's an eight-year period. Я обнаружил, что там не трехлетний период смены пасторов, а восьмилетний. I'm there 8 years. Прошло 8 лет. Knock on the door. В дверь стук. Time for you to leave. Пора уходить. People have asked me to be the representative to come to tell you that you need. Вот люди попросили меня передать тебе общее мнение, что тебе пора уходить. As it is my understanding that you've done this every 8 years for the last 4 pastors. Я говорю, как я понимаю, последние четыре пастора, которые здесь были, то же самое ты им говорил каждые 8 лет. Well, I just want you to know. Я просто хочу, чтобы вы знали. There's a great group of people in the church who believe it's time for you to leave. То есть большая группа людей в церкви, которые считают, что вам пора уходить. What are their names? Как зовут? All they promised I would not tell. Я им пообещал, что я их имена не назову. How many? А сколько их? Oh, a lot of them. Много. That man has been able to do that for decades. И этот человек умудрялся в течение десятилетий. Destroying the bond of unity and peace. Разрушая мир и единство церкви. And they get away with it. И им это все сходило с рук. So the pastor who was there before me. И тот пастор, который был в этой церкви до меня, he called me one day. Позвонил однажды мне. He says, I'm glad you stayed. Говорит, я рад, что ты остался. I should have stayed. Мне следовало бы остаться. But I figured if I got out of there, the church would be in peace. Но я думал, что если я уйду, то церковь останется в мире. I said, they're shooting live bullets at me, and you're sitting down in Florida telling me that you're happy that I'm staying in the battle zone. Сейчас тут я остался на поле сражения, ты там из Флориды мне звонишь, и рад, что я тут на себя беру огонь. Why don't you come up to Grand Island, which was where? Может быть, тебе стоит приехать сюда, в Grand Island, где мы находимся. И мы вместе это все разрешим. Now I left after 9 years. Я пробыл в церкви 9 лет. Уехал в Россию. Well, one thing happened in that 1 year. Но в течение этого года нечто произошло. We broke the cycle. Мы разрушили вот этот цикл. The pastor who followed me just resigned last Sunday. Вот тот пастор, который сменил меня, вот это воскресенье прошедшее, он также ушел. He'd been there 12 years. Он там пробыл 12 лет. And he made his own decision that God was calling him elsewhere. И он принял решение уйти в другое место на основании того, что он почувствовал, что Бог его к этому призывает. То есть это было его решение. And this man was not a part of the. И этот человек не был частью этого решения, не был тем, который побудил его к этому решению. So one of the perplexities that I see is that these kinds of people are able to stay in positions of leadership and are not confronted at any particular given time. Я обнаружил, что есть такие люди, которые контролируют и управляют церковью, и это сходит им с рук, и никто за это их не отвечает. Particularly when people in here are starting to relate to each other and asking forgiveness of each other and starting new relationships. Особенно в такие минуты, когда вот эти группы людей пытаются примириться друг с другом. This person is the cancer within the body. Вот этот человек, на мой взгляд, это раковая опухоль на теле церкви. And the issue is not head coverings a lot of times. И во многих случаях дело совсем не в косынках. For some people that may be the issue here.
Может быть, для кого-то это и является большой проблемой? That just is one example of the things that have been divisions over here. Просто как бы один из примеров разделений, которые происходят. But as a conflict consultant, he's working with these people. Но человек, который приглашен для того, чтобы примирить церковь, он имеет дело с этим людьми. And he's working with the Brothers' Council related to this person. И потом он уже с братским советом решает, как поступить с этим человеком. He said to the Brothers' Council, this person needs to be removed. И он советует братскому совету отлучить вот этого человека. I don't know whether you'll have courage to do it. I don't know whether it'll happen, but I'll tell you that it needs to happen. А вот я не знаю, найдется ли у них мужество так поступить, но очень часто это следует сделать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.